Проказница-мартышка, осел-козел да косолапый мишка затеяли сыграть в квартет. Достали нот баса альта, две скрипки и сели на лужок под липки. Пленять своим искусством свет, ударили в смычки еру, а толку нет. Стой, братцы, кричит мартышка, погодите, как музыке идти, вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я прима сяду против торы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы. Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осел. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чинно в ряд, а все-таки квартет не идет на лад. Вот пучи прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Oh, yeah. Тут с просьбой всех к нему, чтобы их решить сомнения, пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть. Чтоб музыкантам быть, так надо б на уменье, и уши ваших понежней им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.